Так, ну эта история уже будет поинтереснее. Попсу умеют делать все, да. А здесь у нас печенье абсолютно без сахара, причем даже без внешнего. Никакой сверху карамели, никакой сахарной пудры, ничего сахара. Ровным счетом вот это вот искусственно добавленного белого коричневого меда сиропа ноль. Ровным счетом ноль. Давайте пробуем. Я проживала, я, если честно, не пойму, что-то хрустит. Хрустит, как печенье. Не очень понимаю, что. Так сыграла овсянка. В общем, оно достаточно сладкое. Банан, всему голова. Я, конечно, буду дальше проходить, да, выяснять, чем можно заменять банан. Но, видимо, манго тоже пойдет в ту же историю. Свежая, сладкая, спелая. Вот, какие-то еще фрукты, которые дают такую сладость. Манго, конечно, вещь. Вот, манго, банан, конечно, вещь. Печенье очень вкусное, но не приторное, оно мягкое. Единственное, как я понимаю, что такая выпечка, конечно, имеет место быть вот сейчас. Я ее испекла, но нужно скушать. Наверное, это все-таки, знаете, не тот вариант, который будет храниться день, два, три недели. Она все-таки становится довольно-таки жесткой. Может быть, конечно, нужно поискать методы хранения или разогревать, например, в духовке как-то, да, чтобы оно было тепленькое, еще какое-то. Вот сейчас очень вкусное, печенье безумно вкусное. Но я предполагаю, что когда оно затвердеет, оно станет уже более таким грубоватым.